сказать огромное большое спасибо за учение и терпение, за то, что у нас была такая возможность научиться играть на инструментах, не только у меня, и других детей и учеников. Поэтому это была моя мечта все время, и помню, как мы давали маленькие концерты. Baum wieder am Dorf was steht. Wenn der Maibaum wieder am Dorf was steht. Und sich alles um die Madel dreht. Und sich alles um die Madel dreht. Wenn sie ihre heißen Dirndl zeigen. Wenn sie ihre heißen Dirndl zeigen. Und wir Burschen uns die Augen reiben. Und wir Burschen uns die Augen reiben. Au geht's, jetzt ist wieder so. Осенью 1998 года при Актюбинском областном обществе немцев возрождения начинает свою творческую деятельность коллектив немецкой хоровой песни «Файльхен», что в переводе означает «фиалки». Все начиналось с выступлений хора на организуемых обществом немцев праздниках урожая и Рождества. Так коллектив из нескольких человек под руководством талантливого музыканта Гафарова Равиля
расширяют репертуар, проводят строгий отбор в коллектив новых участниц, выступают на небольших сценах домов культуры, школ Актобе, на мероприятиях общества немцев городского и областного масштаба. В 2008 году на международном фестивале немецкой культуры в городе Караганда хор Фальхен получает единственный приз зрительских симпатий. И в этом же 2008 году коллектив получает звание «Немецкий народный хор». Через год Гафаров Равиль выпускает первый авторский диск «Хайерцайт» – «Время праздников» с песнями на немецком языке. Ежегодно хор участвует в фестивалях дружбы народа Казахстана и в международных республиканских фестивалях немецкой культуры, где помимо призовых мест коллектив получает дипломы в номинациях «Новизна и авторство», «Приз зрительских симпатий», «Лучшее вокальное исполнение». В 2011 году выступление Фальхен становится не просто одним из ярких моментов концертных программ ко Дню Конституции Республики Казахстан, ко Дню Астаны, но коллектив дает и сольные концерты, выступает на встрече с консулом Германии Геральдом Амелунгом, подтверждает звание народное. Хорошо.